столовая «Илиада», поселок Витязева. Открылась тоже. По ценам, говорят, вообще ничего не поменялось. Вы можете все посмотреть, что сколько стоит, и написать свои комментарии. То есть отзывы об этой столовой тоже очень хорошие. Находятся они на улице Мира. Вот он, адрес покажу. 221А, возле гостевого дома «Илиада». То есть, ну, допустим, тот же самый борщ 80 рублей. Здесь все разглядели. Видите, давайте покажем, как эти блюда выглядят поближе. То есть первое все в холодильничках. Все отлично. Здесь все великолепно видно. Сейчас вот прохладно стоят вот такие вот пушки, которые подогревают. И тут действительно тепло. Пифтельки. Там вот первое блюдо, лепешечки есть. Ну, ассортимент еще, конечно, не полный. Я думаю, что в дальнейшем его увеличат. Так что, ребята, жду ваши отзывы. Если вдруг ели здесь, пишите тоже обязательно.